Насыщенная и яркая, так двумя словами можно обозначить агроэкспедицию по элеваторам 2014. За 6 дней мы объехали 11 элеваторов, которые расположены в Киевской, Житомирской, Волынской, Виннинской, Кировоградской и Полтавской областях. Целью агроэкспедиции было узнать и рассказать, чем живут сегодня украинские элеваторы, посмотреть, какое оборудование предпочитает, с какими техническими проблемами сталкиваются и как из них выходят. В маршруте агроэкспедиции 2014 большинство элеваторов было запущено в этом или предыдущем сезонах. Среди них Вороновицкая ХПП «Алиборгрупп», которая начала свою работу этим летом и за короткий срок показала хороший результат. Зараз ми маємо 4 силоса довгочасного зберігання по 10 тысяч, плануємо за 2 роки вийти на 12. Это второй элеватор группы, который начал работать в 2014 году. Еще одно зернохранилище «Алиборгрупп» «Христиновское ХПП» мы не посетили, однако услышали о нем хорошие отзывы от партнеров агроэкспедиции из компании «Эликонс». Элеватор группы компаний «Прометей» в поселке Гребенки, несмотря на то, что имеет уже свою немалую историю, в этом году получил свое второе рождение. Он после 8 лет простоя начал вновь принимать зерно. Хранения здесь мощные, конечно. 25 тысяч тонн. Сейчас мы можем спокойно принимать в пределах 600-800 тонн в день и также отгружать. Этот сезон стал стартом и для элеватора Виннинской агропромышленной группы. Он запустился незадолго до нашего приезда, так что мы еще застали продолжение строительных работ на этом современном 100-тысячнике. Ну, на сегодняшний день мы приняли 15 тысяч тонн, то есть порядка до 20 тысяч тонн кукурузы мы приняли. Мы запустились здесь месяц назад. Первый сезон в этом году начался для элеватора компании «Пан Курчак» в селе Черукив. Запалово. У нас іде чекована солома. Фактично ми достигли того, що от я порівнював з газом, то все-таки вже ми вийшли, що в 3 рази дешевше. На этом небольшом современном зернохранилище в будущем планируют расширение, а пока успешно эксплуатируют мощность хранения в 25 тысяч тонн. Почему, допустим, в ряде агриколем удобно работать? Потому что мы, скажем так, разговариваем с ними на одном языке, в отличие, допустим, от тех банков, которые не занимаются, допустим, там, сельским хозяйством, и им приходится это объяснять все на пальцах. В этом году расширился с 20 до 60 тысяч тонн по единовременному хранению и увеличил свои мощности по приемке зерна элеватор компании Signet Holding. Наличие собственного элеватора нам позволило и сэкономить деньги, и вовремя убрать урожай 2014 года, и вовремя подготовить грунт до урожая 2015 года. Активно достраивается современное зернохранилище компании «Волынь Зернопродукт» в селе Звенячи. Руководители компании запланировали следующий этап модернизации по окончании активного сезона приемки зерна. Строительство элеватора здесь ведут собственными силами. Мы считаем, что на элеваторе должно быть два типа сушек. Сетка в сердце, або американская, и шахта, хорошая, дорогая, европейская. А вот элеватор этой же компании в селе Дерна, хоть и основывается на напольных складах, однако по перевалке зерновых может дать фору любому из современных элеваторов. Крім того, наше ноу-хау, наші оці ангари, от вони нам на сьогоднішній день оптимально підходять. І вони, ціна, як зробити забуханку хліба і консерву елеватор, це найкраще можна побачити над Дерном. Успешным в плане количества оборотов, работы с клиентами и в поощрении членов своего коллектива является элеватор компании «Куста Агро», который находится в Жмеринке. Від заготовленої тони є у кожного працівника, навіть у прибиральниці і лісовщика, відсоток до зарплати. Почти идеальным в плане подбора оборудования и его компоновки оказался элеватор компании «Дружба» в Полтавской области. Один человек может управлять всем элеватором. То есть есть там компьютер, стоит компьютер и управляю полностью я. Если говорить о своеобразных рекордах, то самым маленьким элеватором, который посетили члены агроэкспедиции 2014, стал Обриевский зерносушильный комплекс компании NCH. Те, що у нас, якщо по сухому, то ми тільки переробляємо той же чистка, якщо по вологі підходить. І збереження в рукавах. А вот один из наиболее впечатляющих и грандиозных был Светловодский речной терминал, единственный элеватор на воде, который посетила наша агроэкспедиция. Это найбільший объект, який ми бачили за всю агроэкспедицию. Відповідно, по системам автоматизації, диспетчеризації і по електричним системам тут відмічаються потужні механізми. Очевидно, что речная логистика, она по расчетам ранее казалась и была дешевле. Мы могли оперативно, используя речной транспорт, грузить 3-5 тысяч тонн, что за один день мощность элеватора позволяет, то есть достаточно быстро и оперативно перемещать объемы в направлении портов. Все 11 элеваторов, с которыми познакомились участники нашей агроэкспедиции, несмотря на свои отличия, имеют одну общую черту. Они стремятся к увеличению количества переваленного зерна и в этом видят экономический успех своих предприятий. Каким образом достигаются эти цели, мы рассказывали в наших блогах и видеоматериалах. Читайте, смотрите, делайте выводы. Мы не прощаемся, а по традиции говорим: оставайтесь с нами, будет интересно.